Я думаю, что, наверное, да, слово подходит больше всего, потому что да, мы не вышли из группы, да, впервые за там много лет и пролетели мимо чемпионата мира. Но нужно сделать выводы, да, не нужно посыпать голову пеплом. Какие выводы нужно сделать? Какие выводы нужно сделать? Не знаю, кто. Я для себя свои личные выводы проанализирую, да, именно свою игру персональную, где в чем мне нужно добавить. А командный рисунок, там, какие-то перестановки, это уже не ко мне. Я игрок, моя задача выходить. Я лишь с удовольствием променял бы сегодняшнее наше попадание на вчерашнее, да, на 1-2 с финнами. И все было бы по-другому, да, сегодня. Ну, случилось так, как случилось.